никому ничего не сказала, написала заявление, все. Ну, потом, конечно, и мама плакала, и сестра плакала, что особо не ехала. Куда? Такая молодая, да я маленькая, да худенькая была. Вот. И это. Ну, была комсомолка. Вот. И в этом, как ее в заводе, когда работала, нас учили политграмоте. Все изучали. Вот, допустим, Казахстан, Белоруссия, Украина, все это. У нас была конституция, не знаю, у вас нет такого предмета. Общая конституция, да? Вот. Это должны были знать в Казахстане первого секретаря горкома, там в Молдавии, в Белоруссии, какие съезды проходили. Это все, и мы давали все это экзамены. Ну, ехали весело сюда. Полный состав, большинство это после начали вроде. Ну, и в то время приезжали семейные, но мало. После уже приезжали, приехали. А молодежь, ой, на вокзале, где поезд уходил, там вся площадь была в людях за это забита. Музыка играет, где гармошка, где что. Где плачут, где поют, где танцуют. Вот. Ну, весело молодым в голове. Интересно было, да? Ну да, это как ее. Вот так нас провожали. Поезд разукрашенный весь в этих плакатах по вагонам там снаружи. И на самом этом поезде. Вот. Ну, тут ехали, а потом вот как приехали в Челябинск, тут уже совсем другое стало. Тут степи, и люди уже другие попадаются в окно, смотришь это. Тогда, хоть и учили мы, допустим, вот природу, животный мир, тоже проходили все, и людей, и все, но ведь фактически-то мы не видели их. А эту в очередь. Вот так сюда мы приехали в Тобол 29 марта 55 года, и наш состав поставили в тупик на ночь, не выгружали. Настало утром, и нас начали выселять из вагонов. Ну, вытаскивать вещи и все это. И приехали отсюда три больших трактора, С-80 они назывались, с санями. Это было уже 30 марта, вот утром. Ну, таяло, а местами снег, местами лужи. Вот. Загрузили на эти три трактора, приехали мы вот сюда, к Нагорному. Тогда он был Аман-Карагайский сельский совет. Ну и вот нас стали развозить. Один трактор пошел. Картамары, которых нет сейчас, а другой в Балахту, и это как ее. А мы на третьем девчонке сидели, мы говорим, на последнюю, куда повезут, туда повезут, на Жалтарь, которого тоже уже нет. Вот. Приехали туда ночью. Господи, говорим, а где же Долмат? Что? Дома. Дом, строение. А три финских домика стояли так, на другой улице. Там поселились с Китая приезжие. Тоже они приехали. Они только в 54-м, они приехали в августе месяце, а мы весной вот в марте. Вышел дядька с фонарем, проводил нас. Называлось так, стояла Мазанка, с одного края был Красный уголок, назывался, а с другого краю контора. Туда ребят поселили, девчат сюда поселили. Даже ночью приходили люди, вот спасибо, добрые были люди. Казахи, кто ли, немцы были, чечены, все были смешаны. И вот идешь на улице. Нам, мы же в городе привыкли, идешь,
не здороваешься с теми, угу. если только поздороваешься со знакомыми. А и попадаются, и они с нами здороваются. Говорим, а что это они с нами здороваются? Мы их не знаем, они нас не знают. Но то, что они все-таки постарше, мы должны были. А мы привыкли, что с чужими мы это как и... Вот так. Ночевали мы тут, а печку соломой топили, которую не знали ничего. Вот. Холодно было. А на утро наелись, сухомятку пить захотели. Говорим, давайте будем смотреть, куда пойдут люди с ведрами, с водой, туда и пойдем. Вот. Приходит девчонка, приносит мне, значит, в рот. Вода холодная, свежая, но соленая. И это. Тогда конфетку в рот, глоток воды. Вот так пили. А потом уже ближе вот к Белозерке, там был лиман, и там был колодец, там была пресная вода. И вот на Жалтарь привозили нам бочки. А познакомились с будущим супругом здесь, в Казахстане? В этом 55 декабре мы поженились. Вы тут познакомились, да, получается? Здесь познакомились? Ну да. А. Расписывались, вот. А как вы познакомились? А мы работали в одной бригаде. Это, знаете, в 55-м летом мы ездили в Тургай заготавливать сено, наша бригада, 4-й, Жалтарь. В Лимане там два совхоза заготавливали. Лиман огромный-огромный, это как ее. Ну и вот жили в палатке, а там рядом были казахские кладбища и две или три дома. Не они тогда.